Так. Добрый день всем. Ну вот мы стреляли. Кикс и пули Николета. Это 0,63, это 0,76 Бакикер. На 50 метров. Дробь номер 6. Порох Сокол 2,2 грамма. Обтюратор, два войлочных пыжа тонких и стаканчик. На Соколе у меня кик сожил, поэтому я стрелял исключительно Соколом. Ну и сравнить. Насадка без портов, насадка с портами. Значит, по кучности кикс пролетел. Попало 33 штуки. Не знаю почему, стрелял с упора. Очень прям хорошо с машины. Пули Николета попало 41. Насадка беспортовая. И давайте смотреть резкость. Вот это меня вопрос резкости интересует. Все-таки порты или без портов? Это насадка 49, это насадка 41, по-моему. Так, поехали. Сейчас прям посмотрим. Как бы в планах потом еще сделать отстрел на скорость. Ну, только с насадками уже все. Я как бы оставил себе пули Николета и больше заморачиваться не буду. Таких пока откладываем. Пули Николета. Страницы подписаны вот здесь. И поехали. 50 метров, ребят. 50. Я не стал на 35 стрелять. Так. Дробь круглая. Дробь отличная. Вообще идеально круглая, ребят. Вообще просто. Так. 38. 50. Вот она лежит. Ну вот смотрите. Раз, два, три, четыре. Я вам сейчас покажу. Здесь уже нет. Ребят, Сокол, конечно, лупит, я вам скажу. 55 страниц пробито. Так. Вот смотрите. Вон видно. Пробитие, пробитие. Два пробития на 55 странице. Два. То есть 57-я, два пробития. Но они рядом. А, и вот, ребят, есть. Гляньте, я не увидел. Три пробития, 57-я страница. Раз, два, и вот оно, три. Так. Ну и 63-я, одно пробитие, но уже не считаем. Давайте 60-ю посмотрим. Выстрелы жарко, выстрелы сильные. И порох Сокол в таком варианте, я вам скажу, лупит. И дробь целая. Все, 60-я, вот она одна. Поэтому, ну, считаем 58. Вот, 59-я даже два есть, вон. Одно вмятина, одно пробитие. И здесь уже вмятина. То есть 58 страниц считаем. 58, все. Так, вот эти я откладываю, они мне еще пойдут. А эти выбросить. Так. Завтра выброшу. Теперь. Берем с вами кикс. Мне интересен кикс. Кикс, кикс, кикс. Хорошая насадка. На Соколе стреляет. На других порохах вопрос. Особенно на салюте. Так. Но нули у меня с него хорошо полетели. Вот это вот зараза под названием кикс. Я вот не знаю, вот это вот надрыв. Ну, сейчас посмотрим. Он кидает одну дробину с бешеной какой-то резкостью. Просто. 36-я пробиты. 43-я все пробиты. 48-я все пробиты. 54-я, вот она дробина. Гляньте, сколько здесь пробоин. Фу. Вот видите, дали этой насадке правильный порох. 72-я пробита. Ребят, мне что, кикс закручивать? И переходить на Сокол
Да елки-палки. Фу. Одинаковый патрон. Одно и то же дерево. Пробоина, пробоина, пробоина насквозь. Вот он опять сквозанул. Вот здесь он надорвал. Ну, вот здесь вот край, он тоже почти сквозанул. То есть, елки-палки, остальные все, видите, вон сколько их там. Они наклюнулись. То есть, я вам скажу, кикс лупит не слабо. Вот вам и кикс насквозь. 80 листов на 50 метров. 80 листов пробил. 80, смотрите. Вот 80-й лист. Вот. Я в шоке. Ребят, кикс это кикс. Сокол, обтюратор и кикс. Вот это будет бомба. Смотрите, вот пробоина. Вот вмятина. Вон вмятина. 80-й лист, елки-палки. Вот пробоина. Вон она вышла. То есть вот так. Вот вам и кикс. Нужен просто правильный патрон для него. Но на салюте 4 он стрелять не будет. Потому что если мне сейчас достреливать салют 4, у меня не будет резкости на киксе. Это уже проверено, испытано многими острелами. Если использовать сокол или драга, ребят, кикс. Это кикс. Хорошая насадка. Просто надо подобрать к ней патрон. Вот 77-я. Раз, два, три, четыре. Сквозануло. Дырка. Пробоина. Ну, здесь пробоина я вам показывал. И остальные вон вмятины, но уже еле-еле заметные. То есть... Вот вам и кикс. Так что... Делайте выводы. Каждому ружью, каждой насадке свой патрон. Кексу нужен сокол, кексу нужен драга, кексу нужен А1, С7 или что-то еще, ну, что-то из резких порохов. Вот, поэтому, может быть, взять и завтра еще сделать тест с хорошим обтюратором на порохе Сунар. У меня сейчас листов здесь нет, это так, на те выходные. На порохе Сунар опять поле Николетта и кикс Котовский или салют на полной навеске с хорошим обтюратором. Сравнить все-таки, кикс потянет этот порох или нет. Ну, как показывали мои прошлые стрелы, нет. Но зато смотрите, что с соколом делает. 80 листов пробил, причем на 50 метров. И прям вот смачно вырвало на другой стороне, вон. Вот пробоина. Вон пробоина. Вон пробоина. Три. Вот они, три. Остальные, ну здесь уже практически не видно. Но, ребят, я вижу, что резкость у него лучше. Вот даже 77-й лист. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот еле видно. То есть, ребят, кикс лупит. Кикс лупит. Я, наверное, его себе оставлю в качестве портированной насадки. Ну, блин... Если сейчас соколом стрелять, я бы однозначно кикс выбрал. Если только у меня еще клинить не будет. Но соколом выстрелы хорошие, ребят. Соколом выстрел полноценный. Это не салют 4, не сунар котовский, который реально с кикса как хлопушка. Так что кикс это кикс. Я удивлен вообще. Просто вот я не зря взял тот порох, на котором стрелял кикс. Хорошо стрелял. Дал ему обтюратор, дал ему два пыжа. Хотя можно еще и Диану поставить, и да, вот. И гляньте, что он сделал. Я просто в шоке. Ребят, кикс. Кикс резче, чем вот такая же беспортовая. Ну, возможно, дело в насадке, возможно, это поле Николетта, она вся внутри шершавая, ужасная. И там внутри не обработки, ничего, ну, дешевенькая дешманская насадка, но. На порохе салют 4 будет все наоборот, кикс уступит. Уже это уже проверено и отстреляно даже с Карсонами, с Жемини и со всем остальным. А вот на порохе сокол кикс лупит, мама не горюй. Так что, вот такой тест.